Привет, мои хорошие, с вами Селина Сэй, и сегодня у нас DIY. Помните, что я вам говорила, что если у меня вот такие штучки, вы долго гадали, что же я буду делать? Только одна девушка угадала, что я буду делать. Ой-ой-ой, я буду делать из них. Да-да, чехол. И для этого нам понадобятся вот эти штучки. Вот такой вот прозрачный чехол. Можно непрозрачный, можно любой. И клей. Я буду это делать суперклеем. Недавно я вымазала в него руки и не знала, как от него избавиться. Как бы вам показывать? Так как бы вам показывать? Я знаю. Идите ко мне поближе, увидите, сколько хлама у меня здесь всякого разного лежит. Так сдалека-то не видно. Итак, мы берем наш чехол. Вот эти штучки мы все сейчас ножничками, а еще нам ножницы, да, понадобятся. Мы их сейчас все поотрываем, чтобы были просто бубончики. Все поотрезала, получилась вот такая вот кашица разноцветных. Но я подобрала, видите, цвета, они все такие нежные, классные. И, конечно же, лучше делать это вот с такими нежными цветами. Можно сделать чисто яркими цветами. Итак, теперь мы берем и все это в хаотичном порядке приклеиваем вот сюда. В общем, вот такой вот получился у нас чехольчик. Я, естественно, вымазалась вся. Да, у меня пальцы, но я уже наученная. Вчера я тоже влезла в это все. Ну, в общем, я не буду мерить на телефон, потому что я на него снимаю, но вы понимаете, что это будет выглядеть очень круто. Ну вот, мой телефон там внутри, представьте. И я такая, алло, по-моему, очень стильно. Классно. И вы знаете, я сделала вот так все, налепила все. Ну, старалась, конечно, чтобы цвета были там разнообразные. А потом, которые остались, я их еще туда, знаете, раздвигала и влепляла. Так что, если вы купили больше, их можно еще повлеплять туда как можно больше. Так что вот такой чехольчик. В общем, если вам понравился мой DIY, ставьте лайк. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь до следующего видео и обязательно дам вам совет. Давайте дам совет по поводу клея. Девочки, если вы вдруг влезли в суперклей, как я сейчас, не отчаивайтесь, все нормально, он слезет. Просто можете мыть водой, в течение дня уже под вечер слезет. Главное не обдирать, потому что можете повредить кожу. Вот такой вот совет. Он очень сильно так хватается, и лучше его размякнуть в воде, но без всяких средств, никакие другие средства не нужно. Это я спрашивала тоже у своей подруги, которая тоже, как и я, любит что-нибудь сделать и влезть в клей. Вот все, мои хорошие. Пока-пока.